Дорогие друзья, сегодня 1 сентября 2011 года. Мой сын, Филидов Глеб Анатольевич, идет в школу. Первый раз, первый класс. Сейчас мы его фильмим. Идет суета, хлопоты, приготовления. Вот он становится на линейку, первосентябрьскую линейку, посвященную Дню знаний. Его учительница, его класс, его первый коллектив, его первые детки. Илюша, Люда, Леся и самый главный виновник торжества – Глеба. Глеба, смотри на меня. Привет. Я тебя снимаю на видео. Тебя тоже снимаю. Через 10, через 11 лет Глеб закончит эту школу. И мы будем смотреть эту видеозапись и будем смеяться, какой он был маленький, смеяться и умиляться. Первые друзья, первые двойки, все это ждет моего сына в самое ближайшее время. Праздник, много людей. И у нас в далеко не Не выспался. Глеба! Давай.